Доброе утро, дорогие друзья! На календаре сегодня вторник, 24 октября 2017 года. Цифра дня 17. Цвет дня, который хорошо усиливает этот день. В аксессуарах можно использовать в зеленых, изумрудных или оттенках бирюзы. Число удачи – восьмерка. Сегодняшний день по праву можно было бы назвать день роста и больших грандиозных планов. Сегодня хорошо начинать и воплощать в свою жизнь любые идеи – смелые, рискованные. Те, на которые у вас не хватало сил, те, на которые у вас не хватало терпения, и те, на которых просто не хватало смелости. Вперед, двигайтесь к своей цели и знайте, что именно сегодня все, что вы заложите как фундамент, имеет большой шанс на успех в будущем. Записывайте также в органайзер свои мысли и планируйте важные дела на какие-то ближайшие 2-3 месяца. Это тоже хорошо сделать сегодня до обеда. Крупных трат и займов сегодня лучше избегать и просто лучше перенести на другой день. В этот день хорошо начинать любые обучающие программы и получать новые знания. В отношении здоровья сегодня полезно плавание и укрепление позвоночника. Хорошего вам дня и отличного настроения!